Следующее. Номер 5. Игорь с папой решили покататься на колесе обозрения. Всего в колесе 20 кабинок. Из них 3 синие, 14 зеленые, остальные красные. Кабинки по очереди подходят к платформе для посадки. Найдите вероятность того, что Игорь прокатится в красной кабинке. Значит, опять мы начинаем расписывать. Всего 20 кабинок. Далее, краткой записью вы пишете. Синих 3, зеленых 14, красных, а красных говорится, что остальные. Ну, вы люди грамотные. 20 отнять 3 и 14, понятно, что это всего 3 штуки. Нужно найти вероятность того, что Игорь прокатится в красной кабинке. Красных 3. Красное – это благоприятное событие. И мы получаем вероятность 3 из 20. Или 0,15 сотых.